Всем привет, ребята, с вами я, Диодор Тавасорочкин, и сегодня у нас обзор на посылку с Choice AliExpress. Ножик тоже с AliExpress. Open. Открываем. О! Давайте начнем с вот этого. Я, в принципе, не знаю, что это, надо посмотреть. Как это называется? Давайте открываем. Так, открываем. Вот так. Это посылка с AliExpress у нас. Оп. Все, мы открыли. Это у нас... Штучка для машины какая-то. Я не разбираюсь. Вот кто знает, пожалуйста, отзовитесь. Вот это для чего-то. Headlight Repair. Я не знаю, что это лично. Я не разбираюсь. Какая-то штука для машины. Так, вторая посылка. Давайте ее откроем. Аккуратно, там вроде что-то хрупкое. Так, вот это можно как-то по-нормальному открыть. Ах, да, вот. Всё. Понял. Так, а что это штучка? Так, ребята, открываем. Блин, с 0 до 14 нельзя открывать. А у меня только 10. Ой, 11 уже. Блин, как это открыть? Давайте вот так вот прорежем. Режем. О, все, прорезал, ура! Ой-ой-ой, что это за штучка? Я понял, это железная модель тачки. Да-да, это вот такая вот тачка будет у нас. И, походу, вот это для нее все-таки спрей. Но мы разберемся, когда это все распакуем. Когда я сложу с папой, ждите обзор. Так, мусор убираем пока что. Последняя посылка на сегодня какая-то картонная бутылка. Чего опять? Вторая пара часов, которые у меня висят на стенке. Там аккумуляторы сели. Ну да, это она. Вот эти часы висят. Ничего интересного, ничего нового. Ошибочка небольшая. Ну, я не знаю, они сейчас стоят, может там... Или батарейка, я не знаю. Но все-таки надо его собирать будет. Ну что, ребята, вот такая у нас вышла. Вышла распаковка. Всем спасибо, кто посмотрел это видеоролик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Мечта уже 2000 подписчиков. И всем пока-пока.